Здравствуйте, Виктор Васильевич. Это видео про ваш переходничок КПМ с одуванчиком. Я запрограммировал диафрагму от 3,5 до 22 и фокусное расстояние 135 мм. Внимательно смотрите на моем канале YouTube инструкцию, как правильно вставлять переходник с одуванчиком КПМ в камеру и как вынимать из него. Вот он, ваш переходничок. Вот одуванчик. Инструкция там так и называется. КПМ, как вставлять в камеру. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.